Не просто тепло, а невыносимо жарко. Синоптики обнадеживают. Температура будет колебаться в районе плюс 30 до конца недели. В субботу воздух слегка остынет. К воскресенью столбик термометра и вовсе опустится до плюс 20, а солнце спрячется за облаками. Италию залило. На севере страны несколько дней не утихали сильные ливни. В окрестностях Турина вода попала в подвалы и дома. Похожая ситуация в Штатах. Там страдают несколько регионов. На юге страны проливные дожди и тропический шторм Кристобаль. Предупреждение торнадо объявили в Миссисипи, Алабаме и Флориде. Больше остальных пострадали прибрежные населенные пункты в Луизиане. Как на курорте. Завтра в Бобруйске погодные условия определит теплая воздушная масса с Черного моря. Будет ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный. Влажность на уровне 45%. Оранжевый уровень опасности сохранится. Днем воздух прогреется до 33 выше 0, но чуть-чуть меньше 26 тепла. Кристина Ильянс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.